Привет, мои дорогие подписчики, друзья, коллеги, да и вообще все те, кто смотрит наш канал Технозон. В сегодняшнюю новогоднюю ночь я решил поздравить вас с Новым годом по аналогии с президентами. И, возможно, некоторые знают, что меня зовут Владимир, и по аналогии с Украиной в один из новых годов я могу сказать, конечно, что я иду в президенты, но этого не будет. А по аналогии с другой стороны, меня тоже зовут Владимир, я могу сказать, что я ухожу, и все бы обрадовались, но этого тоже не будет, потому что наш канал полностью аполитичен. И поздравляем мы наших подписчиков абсолютно с открытой душой. Ребят, я желаю в следующем году, вернее, почему желаю? Я мог бы много чего желать сейчас, богатства, здоровья, не знаю, послушных детей, успеха в работе, но нет, я уверен, что так и будет. Я уверен, что у вас все это будет. Некоторые из вас сейчас спросят: Бабл, где твоя елка? Но я отвечу просто: какой год такая елка? Самое интересное, что какой год такие и бокалы или фужеры. Мне здесь уже налили Швепс, какой год такое шампанское. Просто я не пью спиртно. На самом деле канал Технозон развивается семимильными шагами. Мы построили за этот год большую новую студию. Мы расширили ассортимент наших обзоров, и мы будем дальше расширять. Мы сделаем упор на роутеры, телевизоры, на новые Smart TV боксы. Возможно, мы введем в наш обиход какие-то игровые устройства и потихонечку будем двигаться в сторону ноутбуков, компьютерной техники, планшетов и смартфонов. Хотя планшеты и смартфоны — это вообще не приоритет нашего канала. Ну и, конечно же, мы обещаем вам в следующем году производить такие же крутые розыгрыши. Мы уже разыграли PlayStation 5. Буквально стрим был вот пару часов назад, вернее, часов 4 или 5 назад. И следующий розыгрыш тоже будет Sony PlayStation 5. Также в этом году мы разыграем крутые видеокарты, игровые, топовые. И я думаю, что вам следует подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропустить эти самые крутые розыгрыши. Ребят, до Нового года остаются считанные минуты. Я искренне вас поздравляю. Если вам нравится то, что мы делаем, конечно же, ставим нам лайки. Если не нравится, просто проходим мимо. Но надеюсь, что вы все-таки подпишетесь, потому что слишком уж разносторонний контент у нас на канале. Ребят, с Новым годом, с новым 2021 годом. Я всех вас поздравляю, я всем вам желаю всего-всего того, чего вы даже себе сами пожелать не можете. Я уверен, что у вас это все будет. С Новым годом, друзья!